Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Ну что, ребята, всем привет, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 41-ю серию. О, там еще и Шайни, так, знаете, в честь новой серии заспанился. Ребята, в предыдущей серии что мы делали? Ух, Geodude. Кто помнит, я пару серий назад как раз хотел словить Geodude, и как раз еще так сказал. Ну, раз мы Шайни Geodude не словили, я... Словлю обычного, и как раз вот он заспанился. Ребята, что я... точнее, что мы делали в предыдущей серии? В предыдущей серии мы делали глобальную чистку музея, то есть те люди, которые уже давным-давно перестали комментировать, вылетели с музея, и на их место стали новые люди. Поэтому, ребята, кто дальше хочет попадать в музей, то, в принципе... Даскбол, да, давайте Даскбол, там же вроде ночь. Кто хочет дальше попадать в музей, то продолжайте или начинайте комментировать, потому что сейчас списочек у нас пустой. Как я сказал, с предыдущей серии, то есть начиная с 40-й серии, можно сказать, даже продолжая, я начал заново заполнять список, потому что предыдущий у нас уже кончился, да, так как те люди, которые в нем были, уже, можно сказать, попали все в музей. Поэтому сейчас списочек пустой, и также вы можете дальше комментировать и дальше пытаться попасть в музей. Что я еще хочу? Нет, у меня на максимуме это все. Ну, поэтому, ребят, вы дальше можете комментировать, и потом попадете в музей. Вы не переживайте, что если вы там комментируете, оставляете много в комментариях, то... вы не попадаете в музей, но на это может быть пару причин, то есть или вы в очереди, или еще, в принципе, все, только или вы в очереди, потому что если вы много комментируете, можете быть уверенными, то, что я вас заметил, и то, что я вас уже 100% добавил в музей, и все, что от вас нужно, это просто ожидать, когда придет ваша очередь, и когда вас уже добавят в музей, потому что, если вы много комментируете, ни хрена себе. Ребята, я копал с железа, а нам алмазики попались. Так, сейчас. Ребят, я тпхнусь прямо тут, где я стою. Знаете почему? Чтобы потом сюда быстренько вернуться. А знаете, зачем я это делаю? А затем, чтобы зачарить себе кирочку на удачу и потопать добыть алмазики. Да-да-да, может нам еще и больше выпадет. Если повезет тоже. Поэтому, ребята, еще раз по поводу музея. Все, что вам нужно, это просто дальше комментировать. И вы можете просто на 1000000% быть уверены, что вы попадете в музей, если вы будете активно комментировать. Это я вам, можно сказать, обещаю, потому что если вы комментируете, вы уже можете знать, что вы попадете в музей. Или сейчас, или позже, потому что может быть... ух, это я, наверное, не... А, нет, все нормально. Может не сейчас, а может позже, потому что, в принципе, в музее может быть очередь. Но продолжайте, то есть с предыдущей серии я уже начал записывать новых людей в музей. И в этой серии, к сожалению, да, я согласен, мы не будем добавлять людей в музей. То есть в этой серии мы их не будем добавлять, потому что... Еще пока что некого добавлять. В том смысле, да, я уже начал добавлять новых людей, но еще нужно, ну, как минимум, эту серию потерпеть. И с следующей серии я уже начну добавлять новых людей. Вы мне, короче, не дадите сегодня словить. Чикарита возле нашего дома заспанилась. И пропала. Ребят, это что за прикол был? Она заспанилась и сразу пропала. А может, знаете, может она просто в бой, да, вступила, ее сразу убили. Все может быть. Иди ты в жопу! Ты нам алмазики спалил. А сколько он нам спалил? Точнее, сколько... Ух! Сколько лава нам спалил алмазиков? Офиг его знает, если честно. Но зато мы... Пух, 5 алмазов. Вот я придурок, а. Вот я придурок.
Я пришел домой, чтобы зачарить Кирку на удачу, а я пришел и зачарил ее на Unbreaking. Твою мать, вот я дурак. Пришел зачарить Кирку на удачу. Один босс заспамился, отвлек меня. Я его убил и зачарил Кирку на Unbreaking. И не зачарил Кирку на удачность. Твою мать. Ну пофиг, знаете, то есть мы добыли 5 алмазов, это и так очень классно. А знаете, даже, ребята, знаете, что мы сделаем с этими пару алмазами? А мы сделаем себе нафиг алмазные крылья, которые я уже давно обещал, что я их сделаю. И мы их сделаем в этой серии. В этой серии мы не будем, хотя может кого-то и словим, если, конечно, кто-то... Опа, опа, опа. Чикрита, не улетай, пожалуйста. 130, 130, нифига себе. ТП 130, 75, 130. Пожалуйста, Чикарита, я тебя хочу словить. Очень хочу. Так, вот теперь ты уже не отвертишься. Травяная ты. Пожалуйста, залезь в левелбольчик. Такой маленький, уютненький. Нет, не пойдет. Хм. Ну я же знаю, ну ты же добрая. Не заставляй, я не знаю, что-то с тобой делать. Я сейчас просто на тебя Чаризарда натравлю, и тебе будет попенция. Залезь в квикбол. Будь какой-то там няшкой, не будь каким-то животным нафиг. Хм, ребят, нам борзая Чикарита попалась. Я не знаю, для каждого покемона нужен свой подход. А может просто помолчим? Нет, тоже не действует. Хм. И у... Охренеть, у нас уже кончились левелболы. Вы что, с ума сошли? Квикбол, Чикарита. Будь пацаном, а? Не будь бабой, будь пацаном, настоящим мужиком. Нет, тоже не пойдет. Охренеть, какая-то реально, может там характер какой-то конченый попался. Ультрабольчик, маленький ультрабольчик. Ла-л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 а. Нет, тоже не подойдет. Хм. Я не знаю, ребята. Паркбол, даже на Чикариту я паркбол не буду тратить. Хоть ты, Чикарита, ща утопись тут в этом озере, но на тебя паркбол я тратить не буду. Я чё, сумасшедший? Он же как, почти как мастербол. Ух, ща я тебя чем топну нахрен. Или просто обхренакну тебе раз. О, нет, Эмбером. Я надеюсь, мы ее не убьем. Ух. Ну, Фундуром мы ее 100%. Гондураса мы ее 100% убьем. Даже потому, что он уже, в принципе, около 20 уровня. Ну, зато мы тебя раз ударили, может ты уже отдумаешься, то есть... Может, этот ударчик тебя приведет к каким-то выводам. О-о-о, ребята, новая схема, как ловить Чикариту. Просто пнуть ей раз, и она одумается. Ага, то есть, если он меня ударил, значит, дальше будет хуже. Бульбасаур. Единственный травяной покемон, который нам остался, это Бульбасаур. Больше никто. Поэтому, ребята, нам сейчас нужно Бульбасаура словить. А зачем я включил шейдер, если шел в пещеру? Офигеть. Ну, ребят, я прошу прощения, наверное, там уже столько людей подумали. Вот Эдисон нафиг болван, да? Пришел домой зачарить Кирку на Фортуну, зачаровал на Unbreaking. Мудак, да? Ну ладно, мудак не мудак, но я извиняюсь, ребят, просто забыл. Наверное, действительно, когда я чарил на Unbreaking, наверное, много людей думали, что он делает, нафиг, он же пришел зачаривать на Фортуну, чарит на Unbreaking, что нафиг делает, Эдисон, одумайся. Но я, честное слово, я забыл, ребята, прошу прощения, но, в принципе, думаю, что нет ничего такого страшного. То есть, 5 алмазов тоже нормально, вроде один алмаз мы спалили, ну его в жопу, пускай, спалили, так спалили. Сейчас, ребята, секунду. Опа, опа. Нет, это не действует. Ну да пофиг. Спалили, да спалили, пофиг. Чтобы дальше нам Опа. А уголь нам тоже нужен. На Фортуну у нас есть. То есть, конечно, много угля выпадать не будет. Потому что Фортуна один. Но все же, уголь нам нужен, потому что я, в принципе, даже... Вроде пару серий назад я даже говорил, то, что нам нужно будет пойти в шахту даже не за какими-то глобальными ресурсами, а только потому, что... А только потому, что у нас уже даже нету
Нету угля. Его нужно будет добыть. Немного, но хотя бы чуть-чуть. И как раз мы его сейчас добыли. Это круто. Фу. Там еще есть куда-то дальше проход какой-то. А знаете, что нам еще нужно сделать, ребята? Мы же... Кто помнит, мы же такую большую... Столько много нашли вот этих всех... деревень. То есть, когда мы вот это летали, мы же столько много всяких деревень нашли, что это просто с ума сойти. Поэтому, может, мы по ним потом пройдемся и просто-напросто потырим книжечки, сделаем себе дома зачаровальню, и, в принципе, у нас будет по фулке мы уже сможем чарить на 30 уровне. Наверное, мы, в принципе, это даже потом и сделаем. А тут что-то есть? Может, есть какой-то еще проход куда-то? Фиг его знает, на карте не отображается, но да ладно, ребят. Быстренько домой. Немного побыли в шахте? Замечательно. Вы, походу, издеваетесь сегодня, винозавра. А может, ты имеешь какое-то желание заспамить нам бульбасавра, нафиг, а не винозавра? Ладно. Ты чё, охренел, что ли? Ладно. То есть, ребята, знаете еще что? Опа, зубат эволюционирует. На зуба-то я тоже забыл поставить шапочку, потому что сейчас он-то эволюционирует в Shiny Голбата, но потом в Кробата его эволюционировать нужно. Твою нафиг, налево. Ну ладно, сейчас, в принципе, оденем. Какой-нибудь 22 уровень, сколько у него, хотя бы одиничка есть. 104, в принципе, даже нормально, ребята, нормально. Так, пойдемте, ребята, быстренько. Быстренько вот это все сделаем, что нам нужно. Как я какую-то легенду хочу, вы бы знали. Но я с этим тоже ничего сделать не могу. Когда она заспавнится, тогда мы ее попытаемся словить. Не заспавнится, то тогда не словим. Логично, да? Так. Ну. Вот так. И тут вот так, да? Замечательно. Тут, я не знаю... Гондураса мы потом прокачаем. Сейчас это сюда. Алмазики это сюда. Ребят, мы сейчас сделаем себе крылья, не переживайте. Сейчас это сюда. Это опачки, опачки, попочки. Вот у нас и кончилось место. Тут у нас нету верстака, да? Уже спускаться на первый этаж. Опа. Ой. Опа. Вот так, да? Тут вот так. Вот так. Ребята, у нас уже даже места нету. То есть первый сундук, который заполнился по фулу, это у нас шапки. Закрывает окошко, но в принципе ладно. Это сюда пускай будет. Замечательно. Это сюда. Еще что там у нас есть? Есть какие-то еще? Да, есть лечилка. Сюда вот это. Ребята, у нас уже левел боллы кончились. Потом нужно еще себе делать. Потому что левел боллы, в принципе, нормальные, так как у нас свампер 70 уровень, и это круто. Так, это заберем. Это М. А, ну, вот видите. А тут сколько? Тут 12. Ну, ладно. Ну что, ребята, делаем. Делаем мы себе крылышки. Все-таки давайте-ка мы их прямо сейчас сделаем. Так, это сюда давайте быстро еще распределим. И давайте возьмем все алмазы. Я надеюсь, нам хватит. Только нужно опять посмотреть, как они делаются, потому что Только не говорите, что мне что там нить нужно, пожалуйста. Fly. А какие вот эти, да? Не нити нужны, а кожа нужна. Да ну нафиг, а нам еще... О, вот это давайте еще возьмем. Нам еще нужно 3 кожи. Ребят, хоть убейте, ну прям хоть сейчас возьмите и убейте, но в конце серии я должен сделать себе алмазные крылья. Хоть убейте, честно. Сейчас, знаете что? А знаете что? Пока ночь, не будем терять время. А давайте мы прокачаем в этой серии одного другого покемона. То есть 105, сколько там? 1200? Да. Прокачаем по одного, двух, может, трех, конечно, вряд ли, но все же. Бишар. Правильно написал? Бишар. Хм. Эта ночь кончается ли? Да нет, в принципе, ночь начинается, мне так кажется. О, вот и первые бишарпы потопали.
Ребята, в этой серии 1000000%, миллиард, триллиард. Ну ладно, не будем переумноживать. 100%, что мы прокачаем нашего Серпериора к 40 уровню, выложим и на его место возьмем Чикориту. И 100% то, что мы себе сделаем алмазные крылья. Это 100%. Этого я вам просто обещаю. Но чтобы сделать алмазные крылья, нам нужно милтанки. То есть нам нужно их найти. А сейчас, в принципе, ночь. Они вроде ночью не спаются, как я знаю. А только днем. Чё-то вы не заметили, но как-то без шарпов мало что-то стало. Да нет, не падай. Вот сюда нормально. Фу. Ну давайте. Взлетай. Опа, ух, вы заразы, а. Но любите вы между собой драться. О, отлично, хоть недолго, да? Нам бы еще сало прокачать, точнее, хотя бы еще эволюционировать. Все, ребята, Серпериор прокачан. Мы его даже как-то очень быстро прокачали. Серпериор прокачан, его уже больше прокачивать не нужно. Помер. А, сейчас мы будем прокачивать... Ой, нет, не выкидывай. Сейчас мы будем прокачивать Хундура и... Гондурас, точнее. И наше сало. Хотя бы эволюционируем в Вайлмера. А потом мы уже, в принципе, и будем прокачивать. А кто-то в горах спанится? Может, Энтей? Я не уверен, но может. Ребята, знаете еще что? Я вспомнил. А у нас Сабле есть, да? То есть нужно его сейчас добавить в музей, потому что я просто, честное слово, я просто всегда забываю. Ни хрена себе, там 5% то, что выпадет алмаз, и он нам выпал. Случайно я его эрквиком ударил. 5% что выпадет алмаз, и он нам выпал. Нифига себе. Замечательно. Сало, пожалуйста, попади. Ты меткий. Класс. Кого-кого Серпериора мы прокачали. Это просто замечательно. Но сало мы вряд ли прокачаем. Мне так кажется. То есть ему еще там... Ну, прилично. Прилично опыта осталось. Ты тут или ты там? Пожалуйста, ах ты ж, нафиг. Они еще, знаете, как назло, один тут, а другой там. О, все сюда упали. Ух, это долго нафиг будет, мне так кажется. Поэтому идите вы в попу. Не будем мы тут стоять и полчаса ждать, пока вы там между собой какие-то, знаете, там терки перетрут. Что-то не поделили. Опа. Фух. Нужно потом, в принципе, за Селеби, может, сгонять, хотя бы посмотреть. Вдруг заспавнится, вдруг нет. То есть, знаете, я тогда тоже, Райкоу я тоже вообще не ожидал. Мы просто гуляли где-то возле дома, он взял, заспавнился. Также может случайно и Селеби заспавнится. Или тоже Кёгр. Фиг его знает. И вот Гондурасик наш эволюционирует, но сейчас он уже не будет Гондурасиком, так как он эволюционирует уже. А знаете что? Может нам стоит просто пойти и немного еще фосилов поискать. В принципе, фосилы в море очень часто спавнятся. Поэтому можно будет даже попробовать найти. Хундум. То есть то Хундур, а это Хундум. Ну... Хундур, Гондурас уже не очень подходит. Хундум. Нет, это что-то нужно новенькое придумать. Нужно что-то новенькое придумать. Опа. Сандстоун. Столько тут ну хотя, в принципе, да, это же мелкое. Не факт, что я бы его сразу заметил. Сало 39. Ребят, к концу серии, точнее, не к концу серии, а даже к концу ночи, мы его, может, прокачаем 41, допустим. Опа, попадем, да. По сути дела, после этого бишарпа он уже должен... Ой. О, нормально, он уже должен... Да, 40-й уровень. Да, он 40-й уровень. 40-й, точнее. Замечательно. Мы можем вылечиться. Ух. Вот сейчас уже можем, 100%. Ребята, ну что? Давайте еще парочку уровней. А как вообще? Ну, сало вроде обычно эволюционирует. Уровнем, точнее. Вот я что-то затупил, да? Охренеть. Вот я... Что-то я забывака такой нафиг. Опять я голбат... Хотя, в чем будем париться? Просто голбат, выходи гулять, да и все. Раз забыл... Ох, вы двое. Раз забыл я про него, поэтому просто выходи гулять. У него и так уже 110. Поэтому...
Ой, нет. Вот, гуляй. С кем ты там дерешься, чурка? С Карморией? Иди ты нафиг. Так, Голба, ты там гуляй, дружище. А мы пойдем за кем-то другим. Потому что тебе нужно счастье прокачать. О, там еще босс. Так, а Сала? Сала? Ну, мне кажется, что он эволюционирует на 42-м, да? Я так думаю. Я так хотя бы надеюсь, что он эволюционирует на 42-м. 41-й. Ой, я не знаю даже, стоит ли идти убивать босса, потому что ночь не длинная, и если успеем, круто, если не успеем, то не круто. Попадем. Опа. Попади, ух, нет, даже не долетело. Пожалуйста. Пожалуйста. Замечательно. Я надеюсь, я Сала надеюсь, что ты на 42-м уровне прокачаешься. Хм. Он точно с уровнем прокачивается. Потому что я что-то забыл, если честно. Я не думаю, что он счастьем прокачивается. Я не думаю, что он счастьем прокачивается. Голбат, я знаю, он счастьем прокачивается, но... Но... Опа, Чимчар эволюционирует. Но Сала вряд ли. Фиг его знает. Давайте пока... Он эволюционирует, я быстренько посмотрю. Фу. Ну. Салео. Как он? Саль. Нет. Са. Как он там нафиг называется? Манферно, отлично. Сиалео. Ага, то есть я немного недооценил, можно и так сказать. Я о том, что он эволюционирует на 44-м. На 44-м там уровне. А ты босс? Да, ты босс. А то есть на 44-м? Ты чё, офигела? Ну, по сути, Сильпериор должен тебя убить, если, конечно, он не ленивый. Хотя видно немного, что немного ленивый, если честно. Сейчас, походу, на тебя с одного удара запинает, короче. Или нет? Хотя нет, Ага, не успел сказать, хотя нет, и сразу же запинала. Но зато Сала ща вытащит. Замечательно. Так. Там был босс, но, как видно, он уже пропал. Так, ну что, ребята? Что? Опачки, попопочки. Манферно 30... какой нафиг Манферно? Хитман топ 30, а вот это 25. Опа, опа. Левелболов у нас нету, к сожалению. Нужно будет потом сделать. Но зато можем попытаться его поймать таким переоцененным квикболом. А может, Короче, вы поняли. Я просто уже сплю, ребят, у меня уже очень поздно, но я все-таки пытаюсь записать для вас еще одну новую серию. Я извиняюсь, если я сонный, но тоже меня поймите. Хитмонтоп, ты уже нас не первый раз, если честно. Буди. Ух. Рискованный Сала. Рискованное Сала. А, ты уже почти... Ребята, нашему Салу осталось 2 уровня, да и все. Слушай, ну не выкобыливайся ты уже. Ну, вот знаете, такие конченые натуры попадаются в покемонов, что они прям, ну никуда не хотят залазить. Сейчас я тебя просто разочек пну хорошенько. И все, и ты сразу залезешь. 2 покебола я трачу на тебя. Квикбол. Этот квикбол. О, ух. Ага. То есть Хитмонтопу нужно поугрожать, ребята, чтобы он словился, запомните. А, ну что? Милтанк. Нам нужно в данный момент милтанки, потому что я обещал, что в этой серии мы себе сделаем крылья, и поэтому нам нужны милтанки. Нам нужно еще 3 3 кожи. Да, и вот как раз там милтанки. А мы еще пойдем... О,
первое дерево. Хотя оно глупо будет смотреться, потому что оно будет очень близко. Но посмотрим, посмотрим. Три. Иди сюда, иди сюда. Вот. Нифига себе. Сразу с первой выпал. Ох, чувствую, чувствую. Нет. Диглет, иди ты в жопу, Диглет, а. Чувствую, сейчас тут будет грудоша, ребята. Вы прям чувствуете запах. Я чувствую. Я чувствую, что сейчас тут грудоша будет. Прям запахло грудоном, если честно. Это 1000000%. Не верите? Ну смотрите. Ну кто не верит? Прям пахнет, что он сейчас тут появится. Прям чувствую нафиг. Просто нужно немного подождать. Если честно, он просто стесняется. Ребята, если легенды не спавнятся, это не значит, что маленький шанс. Они просто стесняются. Знаете, как нужно сделать? Знаете, что нужно сделать, чтобы Грудон не стеснялся? Смотрите. Уйти. Грудон, нас тут нету. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты спокойно можешь выходить, потому что нас там нету. Опа, опа. Что у нас там под землей? Что у нас там есть? Ну, вроде ничего такого. Ну что, Грудон? Нужно... Точно, я забыл на shift встать. О, где мы нафиг? Во, что-то я потерялся. Я забыл на shift встать, потому что он видит, что мы тут, да? Через пол. А так не увидит. Все, ребята, мы стоим на shift. Тихо, тихо. Тихо, ща Грудон придет. 100%. Ну прям смотрите, ну прям ща придет. Так, а какая... Desert... Ой, случайно сделал скрин. Desert Hills. Сколько уже серия идет? Ну, нужно еще успеть крылья сделать. Короче, он стесняется, да иди ты нафиг. Стесняешься? Ну и пофиг. Ну и пофиг. Грудон, если ты не заметил, мы тебя на слабо берем, то есть ты должен заспавниться, 1000000%. Если нет, ты просто-напросто слабочина какая-то. И походу так оно есть. А по поводу Селеби... Ой, вот. Минус 670, минус 3500. Минус 670, 80, 3000... 480, что? Вот, тоже нормально. А, нет, это не Селеби, это Райкваза. И о том, что, смотрите, тут у нас Sunflower Plains, точно. А хотя, по сути дела, там же... Хотя нет. Нет. Я думал, там еще есть Flower Forest где-то. А может... Ну, давайте еще посмотрим, вдруг где-то будет еще. Хм. Например, вот тут. Минус 930, 3400. Минус 930, 75, 3400. Да, где-то вот там. Да? Сейчас посмотрим. А, потому что, в принципе, многие говорили, что Селби спавнится в лесу. А, нет, это не то. Что Селби спавнится в лесу, но в этом, Forest... Forest Flower, то есть Flower какой-то там. Поэтому, в принципе, тоже нужно смотреть, да, на биомы. Но, ух ты, ща, я люблю такие места. Как-то. Вот. Полетели, полетели, полетели мы дальше. А, в принципе, фиг, мы уже тут что-то найдем, да? Но все же. Сейчас мы, ребята, уже будем возвращаться. А давайте уже возвращаться. А, вот так. Замечательно. Ребят, я напоминаю то, что в следующей серии музей продолжит свою работу после реставрации, можно так сказать. Потому что в следующей серии я продолжу... Вот там босс. Я продолжу добавлять новых людей в музей. Ху, ну мы уже, если честно, можем даже Серперио выкладывать. То есть я немного забыл. А, это Милтанг, я уже что-то смотрю такой-то. Смотрю какой-то там покемон. Вот, ты спрятался, а? Вот, замечательно. А в следующей серии мы уже Сало прокачаем. Ух, ни хрена себе. То есть будет у нас Волрейн, да, как я понял. Мы его прокачаем и возьмем на его место. Я не знаю, кто-то Дайла может. Ох.
Ну где XP-шер? Нафиг, где XP-шер? Ребята, кто-то мне может сказать, где XP-шер? Я думаю, что нет. Ну да ладно. Делаем Вы мне не дадите нафиг. Ну, все дадите, потому что Шайни Маджикарпом нафиг не сдался. Ху. Так. Замечательно. Быстренько очистим и делаем себе крылья. Я обещал, и я, в принципе, сделаю. Так, это сюда. А, сюда. Что? Сюда хилки, да? Хилочка. Сюда вот это и вот это. Ага, хилки я не забыл поставить. Вот так. Сюда вот так. Сюда вот так. Ага. И точно. Ча. И сюда вот так. Мне интересно, сколько там в орбе, но, в принципе, мне кажется, даже еще наполовину не прокачался. А, ну что, ребята? Отлично. Это вот так. Еще 10 алмазов даже осталось. Опа нафиг. Опа нафиг. Ребята, алмазенькие крылечки. Опа. Мы крутые, мы прям... Модница какая-то, модники. Так, а сколько? 46, это много. А даже быстрее, как я заметил. Glide enable, то есть плавный спуск. Я заметил, что он даже быстрее, знаете, то есть если вот тот был так. Чш, то это чу-чу-чу-чу-чу, как-то так быстро, чу-чу-чу-чу. Superior, да? Серпериора мы меняем на Чикориту, как я говорил. Да, заменили, замечательно. В следующей серии мы заменим Сала на Тотодайла, я так думаю. А в этой серии мы уже заканчиваем. Ребят, я уже извиняюсь, но я уже прям засыпаю. Я прошу прощения, если я сонный, просто действительно... Ночью играю специально для вас, я бы уже мог, наверное, спать, но все же я решил для вас записать еще одну серию. Ребята, на этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Продолжайте, начинайте дальше активно комментировать. Потому что в следующей серии мы продолжаем добавлять в людей. Вот видите, я уже сплю. Продолжаем добавлять в людей. Нет, продолжаем добавлять в музей людей. Ребят, на этом заканчиваем. Еще раз всем за просмотр. Я всех люблю за ваши лайки, за ваши комментарии. Всем за... Что я хотел сказать? Я хотел сказать всем за просмотр, но сказал... Всем за... Короче, ребята, все. Всем за просмотр. Я уже сплю. Всем удачи. Всем пока.